Канал Репортер, это я, Руслан Верин. Я таки добрался до точки своего старта. И сегодня даже немного проехал. Нахожусь я за полярным кругом, город Пруда-Бэй, штат Аляска, Соединенные Штаты Америки. Красота, погода, конечно, замечательная. Я прилетел, в принципе, относительно нормально, только потеряли мой велосипед. Не потеряли, забыли погрузить уже в последнем самолете. Поэтому мне пришлось вот в этой гостинице задержаться, ждать свой велосипед. Он пришел на следующий же день. Я взял велосипед, пока его собрал, а это Заполярье. Здесь утром темнеет, светлеет поздно, вечером, ну, пока еще нормально темнеет. Вот, ну и решил я выехать, выехал сегодня, начал, поднялась снежная буря, все замело, но сейчас просто плохо видно, а еще был ветер сумасшедший. Ну и мне в гостинице говорят, может ты завтра поедешь, не сегодня? Я говорю, нет, сегодня поеду. Ну я выехал, проехал 30 километров, сумасшедший ветер. Вначале он был немножко попутный, а потом боковой такой, что сдувало с дороги. Видимость метров 50. Иногда мне чудились медведи. Ну, я понимаю, что эта фантазия у меня разыгралась, но тем не менее. И очень часто, хоть машины редко встречались, но все равно из тех, которые проезжали, предлагали мне подвести меня в обратную сторону, туда, откуда я приехал. Я отказывался, но ветер был такой серьезный, что я понял, мне поставить палатку будет не совсем легко. И решил, что если еще кто-то мне предложит, то я не откажусь от этого предложения. И, о чудо, остановилась машина, которая шла во встречном направлении, и говорит, я еду в Dead Horse, ну это вот это как раз место, только в следующую гостиницу. Говорит, могу тебя подвезти? Я говорю, это круто, конечно, но говорю, я сегодня уже 30 километров проехал. Говорю, а вы случайно завтра не будете ехать обратно в этом же направлении? Он говорит, буду. Ну, то есть, в обратно. Я говорю, так, а могу я с вами сегодня поехать туда, а завтра вернуться обратно? Он говорит, можно. Ну, я думаю, раз меня еще в гостинице приглашали остаться, то нельзя терять этого шанса. Я говорю, я сегодня уже 30 километров проехал. Говорю, а вы случайно завтра не будете ехать обратно в этом же направлении? Он говорит, буду. Ну, то есть, в обратно. Я говорю, так, а могу я с вами сегодня поехать туда, а завтра вернуться обратно? Он говорит, можно. Ну, я думаю, раз меня еще в гостинице приглашали остаться, то нельзя терять этого шанса. Я приехал обратно, пришел на рецепцию, они обрадовались, говорят, мы счастливы, что с тобой все хорошо, что случилось. Ну, я им рассказал свои планы, они говорят, хорошо, дали мне ключ от того же номера, где я был. Я спрашиваю, сколько с меня за одну ночь, они говорят, не переживай, типа, все в порядке, мы рады, что ты живой и что ты у нас. Говорят, приятного тебе аппетита, сейчас как раз время ужина. Вот, но я пока не сильно голодный, потому что я в обед наелся. Думал, что буду ехать. Я таки проехал. Вот, так что вот так. Завтра я продолжу свой путь. У меня несколько дней будет абсолютно без связи, без цивилизации. Поэтому... Что поэтому? Поэтому до скорых связей!